Всем привет, дорогие мои друзья, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Степан, а фамилия моя Губи. Я узнал очень печальную новость про то, что более 75% не подписаны на мой канал, хотя смотрят мои видео. Ребятки, быстро подписывайтесь на канал, смотрите прямо сейчас это видео, потому что я очень стараюсь. Вы не представляете, как я сейчас запоролся, я задолбался эту камеру, короче, устанавливать, мой телефончик. Поэтому всем приятного просмотра. Сейчас я буду приготавливать блюдо за одну минуту в микроволновке. Сейчас я хочу приготовить какой-нибудь кексик. Что же мне для этого понадобится? Первое. Яйцо. 4-5 стакана. Короче, для кого нужна эта инструкция? Давайте будем по моему рецепту готовить. Так, что же мне для этого нужно? Бабушкина мука. Разрыхлитель. Чоколадка. Козьи яйца. Курий. Сахарочек. Ну и в принципе все. Это мой рецепт заключается. Получается, нужно шоколадка, разрыхлитель, мука, масло, вот эта штука, вот эта вот штука. А также нам нужно чуть-чуть воды. Все, мы сейчас это будем делать. Так, сейчас я буду месить тесто. Тесто где мы будем месить? Мы тесто будем месить вот в этой чашечке. С чего же я хочу начать? Я хочу начать с разбивания яиц. Разобью-ка я пару яичек. Мне понадобится всего две штучки, я думаю. Первое есть яйцо, а второго, к сожалению, будет. Ко мне сюда попала странная штучка. Что мне с этой штукой делать? Как мне ее выветывать? Привет, смачан. Ребят, знаете, я сейчас буду сопли, короче. Где она? Пофигу, насрать. Поедим и так. Сейчас я хочу сбить. Сейчас я покажу, как я сбиваю. Сбиваем. Яичко. Дальше, я думаю, туда наложить чуть-чуть сахара. Чуть-чуть сахара. Вот, столовка уже. Раз пошла. Два пошла. Три. И четвертую ложечку маленькую такую вот насыплю. Чуть-чуть. Блин, столько много... Это получится слишком сладко. Ну ничего страшного, как говорится, знаете. Получится просто сахарная фигня какая-то, мне кажется. Боже, слишком много сахара, ё-моё. Сюда входит спасение второе яичко. Когда вы размешали, можно уже убрать нашу ложечку и наш сахарочек обратно на стол. И можно приступать к разрыхлителю теста. А пока мы будем готовить разрыхлитель теста, я хочу пока что разогреть шоколадку, чтобы у нас получилось шоколадный кексик. Сейчас я покажу, что я буду делать вместо какао. Вместо какао порошка. Шоколадка. Такую шоколадку я думаю поместить в такую. Ну да, в такую чашку сойдет. И чуть-чуть сюда воды налить. Обычной воды из-под крана. И все это зафигачить в микроволновку. Надеюсь, ничего сегодня не взорвется. Не страшно. Ну ладно, пока что мы будем засыпать разрыхлителя чуть-чуть, чтобы у нас получился разрыхленный... Так, тем временем у нас уже почти приготовилась наша шоколадка. Ну и не почти, уже приготовилась. Ё-моё. Ребята, вот что у меня получилось. Я гений просто. Вот, и сейчас я вот эту вот штуку перемешаю. И должно получиться вкусненько. А теперь все это я вливаю вот сюда вот. И тоже перемешиваю. Получается не очень аппетитно, как будто блюванул. После вечеринки. Теперь я хочу насыпать сюда уже муки. Мне уже не терпится насыпать что туда что-нибудь. Подсыпать отравы, как говорится. И... Так вот, подсыпаем отравы. Немного. И тоже перемешиваем. Вот такая вот фигня у нас получилась. О да. И сейчас мы эту фигню скоро будем ставить в микроволновку. Еще я хочу сделать какой-то сюрпризик. Я хочу сделать это все с шоколадкой. Как это все сделаю? Я не знаю сам, как я это все сделаю. Просто порежу шоколад на вот такие вот части. Доска придумана для дурачков. Сейчас я сделаю это фигни. Раз я его. Насыпаю это фигни.
Очень-очень, блин, как-то. Получилось очень вкусно. Нормально. Так, сейчас я буду ставить это. Вот такое вот чудо у нас получилось. Сейчас я его буду ставить в микроволновку. Хлопочки. И вот эту штуку хлопочки. Ровно на одну минуту. Посмотрим, как это... Посмотрим, как это у нас получится или нет. Эта фигня греется, я хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал. Ну реально, блин, там вы узнаете самые первые новости в моих видеороликов. А также можете следить за моей жизнью и так далее, окей? Опа, говно стало. Опа, говно стало. Надеюсь, там ничего не взорвалось. Ё-моё, ребят. Это надо видеть. Оу, щит. Маза. Ребятки, наш кекс за 100 рублей готов. Понимали, вот. Вот что у нас получилось. И, кажется, я переборщил с чем-то, с каким-то ингредиентом. Ну ладно. Так, где моя ложечка? Хочу отсюда попробовать уже. Вкусно! Это реально вкусно, ребята! Вот такая вот крутецкая штука у нас получилась. Сейчас я буду пробовать. Мне понравился, то, что он сладкий. И шоколад я туда не лишний добавил, типа кубики вот эти, маленькие кубики. Обязательно попробуйте это приготовить себе дома. Потому что это очень вкусно. Легко, ребятки, очень-очень легко. Но смотрите, не взорвите себе микроволновку, потому что у меня сейчас там жесткий бардак. Ну, на этом все. Огромное спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Я очень вам благодарен. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои все соцсети, добавляйте меня в друзья ВК. Всем удачи, всем пока!